Пока вся православная общественность отмечала Пасху, спасатели отмечали профессиональный праздник – День пожарной охраны. По главным улицам города стройной яркой колонной прошла разнообразная техника – от старинной кареты, запряженной лошадьми, до новеньких машин спецназначения. У одного из торговых центров города для жителей выстроили машины пожарных, автоцистерны, авто первой помощи, авторазливочную станцию, машину испытательной пожарной лаборатории и квадроциклы. Там же прошла информационно-пропагандистская акция «Пожарная профессия героическая» и концерт с песнями и танцами. Все желающие могли поесть солдатской каши.